А теперь подробнее об этих и других новостях. Люберчане присоединились ко всероссийской акции по очистке берегов водоемов от мусора «Вода России». В стране ее впервые провели 9 лет назад. Люберцы присоединились в 2021 году. Весной жители расчистили берег Пехорки, теперь Кореневского карьера. Подробнее расскажем в сюжете. Предложение убрать прилегающую к Кореневскому карьеру территорию поступило от красковчан. Жители округа идею поддержали. К субботнику присоединились и волонтеры из Москвы. Мы хотим, чтобы все было чистенько, аккуратно, чтобы дети всегда отдыхали спокойно, чтобы они не ранились. Тут очень много стекла. На улице видим то же самое, мусор поднимаем, все выкидываем за экологию, за чистоту. С дна и поверхности водоема доставали бутылки, коряги и другой мусор. Кирилл Пудовкин не пропускает ни одну экологическую акцию. Вместе со сверстниками юный красковчанин собрал несколько мешков бытовых отходов. Нужно делать природу намного чище в нашем карьере. Он так довольно загрязненный, но мы сделаем его обязательно чище. Мы хотим купаться в чистой воде. Аварийные и сухие деревья на месте распиливали и отправляли в дробильную машину. Древесные отходы и мусор вывезены региональным оператором на полигон для дальнейшей переработки. Это территория высокого берега Кореневского карьера. Понятно, что на протяжении нескольких лет наши жители любят это место. Выходит кто-то с шашлыками, кто-то с какими-то пикниками. И скопилось большое количество мусора даже уже в этот период летний. Наводим сегодня здесь такой порядок, проводим опиловку. Обязательно дополнительные средства заложим на чистку водоема в этой части. За несколько часов береговую линию со стороны железнодорожной улицы привели в порядок. Общими усилиями собрано более 10 кубов мусора и переработано в щепу около 30 кубов порубочных остатков. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.